Знакомьтесь, мой друг, господин Узман. Так вот, Узман у нас мастер в извлечении информации с помощью редких психотропных препаратов. А, это сыворотка правды? Сыворотки правды не существует. Тогда что это, по-вашему? Особый коктейль, который он разрабатывал, еще работая в МИ-6. Делает человека податливым и крайне сговорчивым. Ну так сыворотка правды? Да нет, говорю. Не обижайтесь, но по описанию она и есть. Точняк! Это не сыворотка правды! Ладно, эй, я тебе верю. Это не сыворотка правды! Я аллергик, предупреждаю. Взвесьте последствия. Слушай, правда, это не сыворотка правды. Колодца не тянет. Ну вот, соврал, вроде тянет. Сыворотка правды! Ее не бывает. Так, все. Ближе к делу. Я упрощу тебе задачу, Луис. Хорошо. Где Скотленд? Я же говорил, он в западне, но только в эмоциональном смысле. В эмоциональном смысле? Где сейчас Скотленд? В буквальном смысле! А, в лесу. В лесу? Бабы-яга! В каком смысле? В лесу? Так в Мьюерском. Второй съезд панорамной трассы. Ну, смотри. Бабы-яга, ночью привет. Мало где такое крадят. Ну что, ты скоро? Нет, зато призрак скоро. Мало того, и федералы тоже. Что? Прости, прости. Сделали укольчик сыворотки правды, и меня прорвало. Все выложил, даже про посудомойку. Что-то загружать не умеешь. Давай домой. Да он там, наверное. Цитируя твою бабушку, адиос, амиго. Стойте, стойте, стойте! Спасибо, парни. А ну-ка, руки вверх! Вы что? Мы не преступники, наоборот, увидели этих вот в руках пушки, поля. Это мы их задержали. Для вас. Пожалуйста. Мы по части промышленного шпионажа. Поубивали массу народу. А этот у нас за главного. Верно, я главарь. Также виновен в нарушениях санитарных норм. У меня ресторан. Порой даже выпиющих. Реально, сыворотка правды.